Всем привет! Доброго времени суток! Добро пожаловать на мой канал! Ну, сегодня я опять поделюсь с вами покупочками такими небольшими после работы. Забежала вот в частный магазин хороший, у нас хозяйственно-косметический, «Звездочка» называется, и в монетку. Ну, в аптеку там еще с дочерью зашли. Ну, в аптеке там ничего, такого лекарства только. Ну, давайте покажу, наверное, сначала продуктовые такие не очень интересные покупки. А затем уже, что я взяла в том хозяйственном. В общем, из продуктов купила я дочери вот такой сок. Волжский посад, яблоко. Пусть пьет. Без добавления сахара. Первый раз мы такой сок берем. Здесь у нас объем какой. Вот информация вся. Что-то я не вижу. Без добавления. Целый один литр. Вот. Купили ей такой сок. Затем я взяла по акции сейчас монетки по 99 рублей. Вот этот от Brooke Bond Taj Mahal. Чай в пакетиках мы уже брали, неплохой. За 99 рублей 100 пакетов, почему бы и не взять. В общем, взяла, прикупила, потому что смотрю, что там заканчивается. И хлеб вот такой вот тоже. Типа как он, не тостового. А тут названия, наверное, нету. Оригинальная нарезка. Это у нас Союз Пищепром. Это Варна тут у нас. Наша область тоже. Нравится нам такой хлебушек с колбаской. Там, ну, что, бутербродики. Вот взяла один. Нам хватит. Так, ну и теперь давайте, что я взяла. А, еще монетки котенку. Еще один пакетик тоже по 12,90. Или почему это он купила корм. Ну, давайте я, наверное, сразу цены скажу. Так, монетка. Чай черный Brooke Bond 99,90. Сок 44,90. Корм Фрискис 12,90. Ну и хлеб 26,40. Вот. В общем, вот такие продуктовые покупки. И давайте в хозяйственном. Я шла как бы вот купить. Вчера засорился у нас тут сток на кухне. У меня трубы чистили с мужем, все промывали. Ну, и я вот взяла, думаю, я знаю, что был антизасор в пакетиках, но вот в этом магазине не было. Потом я в фикс-прайсе еще куплю вот эту бутылочку, которую все девочки берут, и как бы для профилактики буду раз в недельку им все заливать, наверное, везде. А я сейчас взяла вот порошочек такой, средство для прочистки от Золушки, я думаю, поможет, потому что мы прочистили, но вот я хочу еще как бы везде и ванной сделать, туалет, унитаз. Прочищает засор и устраняет запах. Вот хочу. А тот антизасор, он даже вроде волосы растворяет, я брала. Мне ночью прям так засыпаешь, я на ночь засыплю, шипит, пузырится. Ну, я думаю, два пакетика мне хватит везде засыпать. Тогда мне даже одного хватило. Ну, сейчас я получше прочищу. В общем, вот взяла вот такой крот, два пакета. Так, он стоил, сразу буду вам говорить. Чистящая Золушка крот. По 15,50. 31 рубль за два пакетика я отдала. Так, затем взяла вот мыло опять. Дочь меня прям утаскивала. Я бы, конечно, больше набрала. Вот такой антипитин с лимоном. Там еще был вроде бы другой. Ну, вот, давно я хотела антипитин мыло взять. Там еще видела, как и пятновыводитель есть для стирки жидкий. Я потом все равно куплю. Тоже попробую. Я знаю, что мыло это хорошее. Как-то давно покупала. Еще дети маленькие были. Дочь маленькая стирала сыну. Детскую одежду. Вот. От 15 даже до 60 градусов. PH не сушит кожу рук. Вот. Ну, взяла. Такого мыльца у меня еще нет. Как бы в хозяйственных. И от Дуру я давно хотела. Вот это мыло, моя хотелочка. Так. С огурцом. Огурец. Оно давно уже там было. Это банное мыло. Вот я его прям очень сильно хотела. Ну-ка, оно запечатанное. Вот так даже не пахнет. 160 грамм в кусочке. Вот дату изготовления что-то я не вижу. Хотела посмотреть. Что-то на нем даже... Где-то, может, и пропечатано. Ну, я сейчас не увижу. Ну, в общем... А, вот. 19-й год. Июнь 19-го. То я взяла сзади. Я как бы знаю ротацию. Сзади кладут то, что посвежее. Ну, нормальный. Год мыльцу этому. Вот, в общем, такое Дуру. Антипитин. Сейчас я уже... Давайте мыльца. Так.
Мыло туалетное Дуру банный огурец 57,70. Оно, конечно, дорогое, но я его очень хотела. Правда, его хотела сильно. И мыло антипетин 44,40. Тоже как бы не дешевое, но пусть. Хочу. Так, дочери взяли мы такую жидкую подводку. Она просто у меня что-то тепло оделась. У нас так жарко к вечеру стало уже. Все в магазине жарко в этих масках. Правда, у нас мало кто ходит уже в масках, хотя заболевших все добавляется и добавляется. Вот такую недорогую есть жидкая подводка. Нравится, вот нужна была, черненькую купили. Так, я еще там хотела тональный крем балет взять, тоже мне надо на подарок. И себе приглядела, прям недорогой, тоже в районе даже меньше 100 рублей. Я уже там как-то брала от Art Visage, мне очень понравилась тональная основа. Вот опять я хочу у них прикупить. Ну, давайте скажу, вот эта подводка стоила 100 рублей 10 копеек. Считаю нормально. И масочку. Очень много масок у них. Это по бюджетной цене 48,90. Прям у них такая большая связка висит. Я вот выбрала. Это я отправлю на подарок. Дочь, говорю, вот стояла бегом-бегом. Я бы, конечно, посмотрела. Еще бы какую-нибудь взяла за такую цену. Сусальное золото и гиалуроновая кислота. Мне оформление понравилось. Ну и состав, конечно, я выбирала. Что-то такое хотелось. И омолаживающее. Так, КНР. Это что, Корея или Китай? Китай. Китайская, но очень их много. Прям, и тем более за такую цену. В общем, тканевая масочка такая, она у меня пойдет на подарок. Я думаю, что понравится и в удовольствие будет. Кому отправлю подарочек. Вот. Так что вот. Такие небольшие покупочки. Поделилась с вами. После работы забежала, что хотела, и еще в придачу, как я уйду без мыла, это вы уже все привыкли, все знаете. Ну, всем спасибо за внимание. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео на моем канале. Всегда очень рада новым друзьям, новым подписчикам. Если вам понравилось данное видео, не забывайте нажимать на лайк. Мне это будет очень приятно, ну а вам, конечно же, я думаю, это не тяжело. Всем спасибо, до новых встреч на моем канале. Всем всего доброго, теплого, жаркого лета, крепкого-крепкого здоровья и отличного настроения. Всем пока-пока!